Всем ассаламу алейкум. Сегодня у нас на обзоре национальный парк Сайрам-Угем, либо на русском Сайрам-Угам, государственный национальный парк. Если вы видели в предыдущем видео, мы доехали прям до границы арабской территории, где находится шлагбаум. И буквально 2 километра после шлагбаума находится небольшая зона отдыха, где можно отдохнуть. Там есть глэмпинг, есть домики интересные. Ты был в этих территориях, Бекмурат? Алейкум ассалям, бате. Так, в этих территориях я был. Кезінде осы жерге жаяу өтетінбіз, тауға шығатын кезде. Сайрам-Угемден керемет жер. Табиғат өте сұлу. Мынау бізде пасиха болу керек, араларда. Нет, это зона отдыха. Тут впереди глэмпинг и около 15 домиков. Кстати, у этого национального парка есть свой собственный сайт и инстаграм-страничка, где в последних новостях они говорят, что принимают оплату через Каспи, а вход стоит 506 тенге и 3 тиина. Но по факту там интернета нету. Но в Каспи, думаю, можно найти, заплатить заранее и показать чек при входе у пропускного пункта. Вот впереди, если ты видишь, это такой интересный глэмпинг. Наверное, всех будет интересовать цена. В будни вообще такой домик стоит 50 тысяч, выходные 60 тысяч. А вот красные домики, то, что мы видели до этого, это небольшие домики, тоже очень уютные. Как говорит хозяин этой зоны, эти домики стоят 32 тысячи в будни и 40 тысяч в выходные. И говорят, они отапливаемые. Что, керемет, но я пасиха деп қатырдым ғой мен де. Қысқасы, кәдімгі демалыс орны өте керемет орындар екен. Жаңағы табиғатының өзі әсем. Жаңағы демалыс орны артына алыстан бір қарағанда басқаша екен, бірақ жақындаған кезде одан бетер қызықтыратын жайлар бар. Кстати, здесь находятся еще такие достопримечательности, как Верхнее и Нижнее озеро. Ты бывал там? Я біз төменгі көлде болдық. Жаяу баратынбыз, ол шлагбаум бар. Шлагбаумнан жаяу кететінбіз. И на арабтардың орналасқан жерінен бастап, оң жағынан жаяу кетеміз. Ол жерге енді орта есеппен 2,5 сағат, 3 сағатта баруға болады жаяу. Барып келумен 4-5 сағат кетеді. Да, кстати, и здесь, на этой территории национального парка, есть пик Сайрамский, которого высота составляет 4236 метров над уровнем моря. И для, чтобы сравнение, город Шымкент находится 400 метров над уровнем моря. Вот можете посчитать сами. Кстати, территория этого национального парка составляет около 149 тысяч гектаров. Кстати, и также тут имеется 59 видов млекопитающих, около 300 видов птиц, 1635 видов растений, из них которых 240 занесены в Красную книгу Казахстана. Это керемет. Жақсы цифрлар келтірдіңіз дәке. Енді бұл цифрлар бәрі түсінетін шығар, енді қандай цифрлар екен жаңа айтып кетті. Айтып кететін жай, егер тауға шығатын болсаңыздар, сол нәрсе қызық-ау деймін. Сонымен кішігірім бөлісіп кетсем, тауға шыққан кездегі ерекше аяқ киім, ерекше киімдер, және таудың көлеңкесі болса да, денені күннің өзі күйдіріп жіберетіні ескеретін жайлар бар. Мына жолдармен бай алыстан түсіргенде аз шақырым сияқты, бірақ өте алыс. 2,5-3 сағаттық жолдың өзі әжептеуір қиындыққа туғызады. Төмен жаңа Нижнее озеро дейді ғой, сол жаққа баратын кезде әртүрлі шатқалдар болады, әртүрлі тастар мен жолдар болады. И сонымен жүргеннің өзі біраз адам шаршатады. Бірақ енді соңғы нүктеге Нижнее озеро, Верхнее озеро жеткен кезде бүкіл шаршағанның бәрі сейіліп тарылып кетеді. Да, вот тут на кадрах вы видели эту зону отдыха. Мы говорили о Верхнем Нижнем озере, это находится по ту сторону горы, то, что вы видите слева на картинке. Вот, и еще хотелось бы отметить, что здесь, кроме актива, никакой сотовой связи не ловит. И актив просто связь, без интернета, даже G нету, просто связь актив и все. Так, это к сведению. Вы тех заезжаете. Да. Конечно, природа у нас в Казахстане очень красивая, особенно у нас на юге. Мы все любим наш Южный Казахстан, город Шымкент. Бұрыстай қас, бәріміз жақсы көреміз оңын түстікті. Жана үйлерді көрген кезде, кәдімгі бір шетелде ана суреттерді көреміз, әр түрлі ана таңғы күн шыққандағы, күн батқандағы суреттер жана үйдің ана сол жақтағы үйлер тұр. Тура сол сияқты бір табиғатты көруге болады таңғажайып. Кешке күн батқан кезде мына күн
Бұлтты болған кезде табиғаты оның орны ерекше енді. Не деген көрініс көріп тұрсыңдар ба? Бәріне үлкен рахмет. Бүгін сендермен болған Бекмұрат, Дәурен. Дәурен. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем большой привет. Саламу алейкум. Уалейкум ассалям. Жақсы. Көріскенше.